В Люберецкой администрации прошло заседание депутатов фракции политической партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа. Подробнее о рабочей встрече расскажет наш корреспондент. На встрече подвели итоги выборов в Московскую областную и Государственную думы, отметили и работу депутатов с жителями. По итогам деятельности депутатов люберцы заняли 5-е место по Московской области. Действительно, очень высокий рейтинг у вас и вообще в Совете депутатов. Это же надо удержать. Мне кажется, что нам надо подумать о том, чтобы в планах, которые вы составляете, мы будем все вместе с вами делать, чтобы мы влияли еще на психологический настрой людей. Мне кажется, что полезно проводить наши приемы в таком плане, как бы типа выездном. Продолжается работа над партийными проектами. На заседании единогласно приняли решение о смене руководителя проекта «Детский спорт». В ноябре месяце у нас будет запланирована встреча с руководителями, те, кто ведут непосредственно партийные проекты. У нас наш коллега Троицкий Леонид Александрович, в связи с тем, что Софьин Павел Самбекович, который вел партийный проект «Детский спорт», будет вести Троицкий Леонид Александрович, вот, начиная с этого месяца. В завершение некоторых участников заседания наградили благодарственными письмами за деятельность в период выборов 2021 года и почетными знаками за работу в партии. Айташ Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.